Рцем сия ция души от сего помышления наше горцем. Господи Вседержителю, Боже Отец наш, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Алексии, и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, о Бога, храними стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Молимся о братьях наших, священницах, священном монасе и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего наместника, архимандрита Тихона, с братьею святые обители сия, и все зде ныне нами поминаемых, и все зде предстоящих и молящихся. Плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи!